аспиранты. 2022 подходит к концу. Был он очень непростым, тяжелым годом. Но все-таки одно событие было радостным. Это событие – ваше поступление в аспирантскую школу. Я очень рада, что вы с нами, что вы уже за ноябрь и декабрь создали замечательную группу, рады от общения друг с другом. И мне кажется, это главный подарок к 2023 году. А ваши теплые отношения друг с другом – это самое главное. Я надеюсь, что и под елкой вы найдете какие-то материализованные объекты, но они также станут латуровскими, вот теми самыми материализованными объектами, которые будут дарить вам новые теплые социальные отношения. Чтобы тот социальный капитал, который лежал бы под вашей елкой там в виде самых разных предметов, становился действительно серьезным для вас капиталом, для дальнейших движений в жизни, для дальнейшей карьеры. Всего вам самого лучшего, ну и прекрасной елки, хорошего вечера. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, аспиранты должны встретить Новый год? На подъеме, с надеждой на то, что они в скором времени попадут в диссертационный совет. Поэтому хочется пожелать в следующем году им успехов, плодотворной работы, хороших исследований, всего-всего самого лучшего, личного счастья, конечно, здоровья. Спасибо. Виктория Анатольевна, а вы, что бы вы могли пожелать первокурсникам, аспирантам? Чтобы они не волновались, не торопились, и чтобы у них все было хорошо, и планомерненько шли поставленные цели. Мы с удовольствием из аспирантской школы передадим Светлане Игоревне диссертационный совет. Каждого. А как вы думаете, какие подарки они хотели бы получить под елку? Конечно же, по публикации. Что нужно самое главное, чтобы получить публикацию в качестве подарка? Пусть не на эту елку, но на следующую. Старательно писать. Старательно писать и слушать, что говорит научный руководитель. А как должна выглядеть новогодняя елка аспирантов? Вся из книжек. Просто вся. И вся должна гореть и светиться знаниями. Какие аспирантские сани с Дедом Морозом? Кто их везет? Декан факультета. Да, он справится, наверное. Не председатель диссовет еще пока. Думаю, что он точно вывезет в светлое будущее. Да, другого аспиранта. С Новым годом! С Новым годом! И я желаю вам, дорогие аспиранты, счастливого Нового года. Пусть настанет мир, и пусть все будет хорошо у нас. Peace for the world. All the best.